Марина, вы меня слышите? У меня из клиники сбежала пациентка. Оставь это дело полиции. Вы стольким детям помогли? Я должна помочь найти ту девочку. Ты правда ничего не помнишь? Моя операция в Германии. Мы договорились все перенести. Мария, операцию тебе сделали год назад. Потеря памяти, внимания, постепенное снижение интеллекта. Процесс необратимый? Нет. Я в дороге, говорю. Я еду. Пробки! Журналистка, что ты врать-то не умеешь? Это моя статья о тебе. Прочтешь? Не статья, а ядерная бомба. Если найдут тех, кто тебя прессует, обещай, что бросишь эту тему. Я не успокоюсь, пока этих уродов не посадят. Я вообще не помню. Ничего не знаю. Вообще ноль. В лаборатории они разрабатывали лекарства из токсинов ядовитых улиток. Почему вы так долго не спали? Боялась опять все забыть. Ты проводил на мне свои опыты. Рано или поздно твоя память восстановится. Я доведу это дело до конца, ты понял? Кто все эти люди? Вас мучают кошмары. Я тебя люблю. Все, что такая? Рано или поздно все это всплывет. Перечеркнет все, вообще все! Не надо мне постоянно об этом напоминать! В прошлый раз ты пообещала мне, что оставишь эту историю. Прости, я забыла.